Здравствуй, Марина! Здравствуй! Здравствуйте, вы, наши дорогие и любимые пасаны. Да, любители флеш-игр. А сейчас мы поиграем в игру, которая называется Keeper of the Grove 3. Я не знаю, чем-то, честно говоря, мне знакомо. Возможно, я в какую-то из них когда-то играл. Но не могу никак вспомнить. Я начну заново, хотя на самом деле здесь никакого прогресса у меня не было. Я просто запустил, чтобы посмотреть, что это. Так, ну это мы все не читаем. Как всегда, враги сожгли родную хату, потому что... Стартуем здесь. Монстры. Какой-то гоблин, турбо-улитка и вонючий йети. Ну как тебе кажется, это похоже на вонючего йети? Мне кажется, очень даже. От него такой ореол исходит. Да, мне кажется, это вонючий йети. В общем, так или иначе, начнем. Нет босса, просто есть волны. Так, моя задача заключается в том, чтобы построить защитников на пути и остановить врагов, которые пытаются продвинуться к древу, видимо. Next. Древо нужно защитить. Так. Click this. Ну, я должен кликать по вот этим вот фиговинкам. И эти фиговинки будут давать мне... Ну, в общем, тут все понятно. Это Tower Defense. Это Tower Defense. О, смотри, водяной дракон, он как будто... Такой милашка, да, как будто описался. Как будто описался, реально. Фруктовое дерево такое, важное такое, знаешь, такое. Руки в боки. Фруктовое дерево, руки в боки. Так, ну, этот это замедляет. Качок, этот качок, да. Так, very fast enemies. А, ну понятно, это сплэшает, как всегда. Айрон Мэн. Да, у меня есть Айрон Мэн. Поджигает врагов. Айрон Мэн отжигает, короче. Так, вот это я пока не понимаю, что значит, но окей. Нужно забилдить здесь. Я люблю обычно строить, начинать с самых-самых обычных таких вот башенок. Так, поставим также... Башенку замедляющую и еще одного спрудика. И здесь я потом построю огнеметчика, вероятно. Так, ну давай уже начнем, наверное. Как начать? Хинт. Нафиг мне хинт. Ага, спид можно. Так, что, нет, continue. Как запустить-то? Во, запустил. Все, и ускорим. Гоблины пошли. Пошли гоблины. На вид довольно-таки злые, да. Так, и что, они будут сейчас что-то красть? Ага, они взяли самоцветы. Окей. Ну, я встречал такую механику, но, правда, там... Ну, ладно, неважно. Все норм. Ой-ой. Хочу огнеметчика. Ой, да нормально все. Что-то их толпа прям. Нормально. Сейчас поставим огнеметчика, и все, они будут сливаться. Тут же, видишь, суть-то не в том, что они такие, о, прошли, нифига себе, они дальше не пройдут, понимаешь? Мне кажется, они... Не пройдут. Не-не, не пройдут. Даже огнеметчик, видишь, еще ни разу не пальнул. О, а вот это уже, короче, турбо-улитки, вот это было опасно. Так, что я могу еще сделать? Во-первых, замедлим маленечко. Нифига себе, турбо-улитки даже на замедлении какие-то очень турбо. А, еще замедлялку поставим. И вместе с тем поставим, наверное, еще огнеметчик. А так, а улучшать-то вас можно, ребята? Пока нельзя улучшать. Но это всегда есть. Всегда есть. Всегда можно улучшить. Так, ускорим и давай-ка мне прямо сейчас эту волну. Ну-ка, давай, нет, я снова ускорим. Видишь, они такие, они начинают гореть. И здесь они тоже будут гореть. Турбо-убили. Нет, это что, так не работает. Он как бы не замораживает, он замедляет. Это просто выглядит так. Так, а здесь я поставлю... Нет, вот здесь я поставлю качка. А здесь поставлю еще замедлятеля. И здесь поставлю обычного спрутика. Все. Сейчас, по идее, короче, а сейчас супер защита. Просто суба-мега защита. Еще кто-нибудь йети есть? О, жир. Да-да, вонючий йети. Ну, без шансов. Не дошел. Без шансов. У вонючего йети не было шансов. Победа. Пройдем еще. Где? Он о, да, смотри, целых трое. Прикольно.
Так, тут у нас что? Нету босса, 10 волн, безрукий дракон. А, не-не, у него есть маленькие ручки. Маленькие ручки есть. И какая-то ачивка еще есть. Но это, честно говоря, меня не особо волнует. Я, как известно, небольшой любитель. Тирано-драгон-рекс. Тирано-драгон-рекс? Так, можно начать улучшать уже пацанов. Так, отлично. Aqua Defender, good for slowing enemies down and breaking the ground, but they don't pack much of a punch. Ну, понятно, такие подсказочки по общему использованию. Механики. Да, по общей механические подсказочки. Так, вот здесь, я думаю, я поставлю огнеметателя. Вот здесь я поставлю замедлятеля. Вот здесь я поставлю этого чувачка. И вот здесь я не поставлю уже никого, потому что мало денег. Мало кошел. Так. Давайте. Вообще, надо было здесь, на самом деле, начать по-хорошему. Я неправильно поступил. Но будем надеяться, что это мне боком не выйдет. Ну, продолжать я буду вот здесь вот. Ну, хотя у меня особой выбора нет вообще-то. А, о, вот это интересно. А вот это интересно. Ну-ка. Люблю, когда на карте есть какие-то такие штуки, которыми можно воспользоваться. Они бабах и сделали больно. Оп, оп. Такой последняя надежда называется. Да-да-да-да-да. Так, здесь поставим замедлялочку. Тут поставим Спроутика или все-таки Айронмена поставить. Поставлю Айронмена. А, у меня денег нет на Айронмена. Разбежался. Ха. Ну, кстати, вот сейчас вот эта вот, блин, турбоулитка, она как-то прям, это, прям разогналась. Это стрёмно как-то. Ой, я на измене! Фу, догорело. Да, надо как-то усиливать. Надо. Так, вот этого парня усиливаем. Всего 100, всего 40 стоит усиление, конечно, надо усиливать. 80 стоит следующее, а у тебя сколько? 60, тоже давай. Так, ну-ка посмотрим. Довольно дешевые апгрейды, кстати, я даже удивлен. Приятно. Ай, не успел. Фу. Это так. Было близко. Это было слишком близко. Так, на следующую волну я буду пользоваться цветочками. И мы замедлим маленько. Ну, хотя, в принципе... Вонючие йети, это не страшно, наверное. Сейчас для меня, пожалуй, страшнее всего это улиточка. Всякие улиточки сейчас для меня очень страшно. Так, вот этого парня улучшим. И еще раз не можем его улучшить. Так, кого я могу сейчас еще раз улучшить? Вот этого я не могу. Оп, получи, улиточка. Получи. Еще. Все, нормально затащили. Следующая волна. Нормально. По идее, должна быть пройти без проблем. Ну так, хинт какой-то. Окей. Так, у меня есть довольно большая сумма денег, поэтому я сейчас поулучшаю. Но это все недоступно сейчас пока что. Вообще нет, все нельзя. Перфекционизм. Тебе же там показали кнопочку, которая, по-моему, уничтожает все на карте. Да? Ну тем более. Я только не поняла, на всех врагов уничтожает или всех твоих? Не, не может быть всех моих. Ну, я надеюсь. Давайте, пошли. Я не могу позволить себе так, короче, слиться. Это как-то прям стрёмно. Нет. Давайте убейте кого-нибудь уже. Ачивмент какой-то. Да что такое? Давай сгорай. Во, все. Так. Я прям переживаю за них. А я думаю, что не переживаю, что ли. Я вообще весь просто на измене. Улитки. Ну давайте, у меня есть замедлятели. Так, все, вроде бы хорошо прошло. Так, здесь поставим зелененького. Так.
Стратегически воспользуемся цветочками, это тоже очень важно. Так, у меня есть 196, я поставлю огнеметчика. И на оставшиеся ничего не сделаю, потому что их мало. Но вот сейчас они есть, и я такой, оп, и зелененького. Цветочек. Знаешь, что неудобно? Че? Неудобно отслеживать, какие проапгрейжены, какие нет. Они как-то хоть бы... На них лычечки рисуются, но они действительно очень ненаглядные. Они не меняются внешне. Очень да, плохо. Внешне да, внешне не меняются, поэтому непонятно. Да, я понимаю, о чем ты. То есть ты видишь только тогда, когда кликнул по ним. Не, когда приглядываешься, видишь вот эти вот лычечки такие, оп-оп. Говорят о том, что, типа, да, этот чувак круче. Но это такая, да, тема. Так, во, вот оно, да? Hotkey 3, Defender Rush. Да, действительно, можно убить всех. Армия убит. Нет, не армия как-то. А, кавалерия. Уличная кавалерия, ну. Так. Вот этого парня тоже улучшим. Да и вот этих парней, в общем-то, они тоже, ребята, достойные. И здесь я, наверное, вот так сделаю. Поставлю вот этого. Блин, денег-то нет уже. Разбежался. Размахнулся что-то. Вот, вот так вот. Так, и здесь, как последний оплот, мы еще поставим такого вот парня. Отлично. Так, надо их улучшить. Этих двоих. Следующий на очереди на улучшение вот этот будет. Так, стопы. Все. Да, слушай, он, наверное, будет вот в последней волне. Да, два дракона. Так, пожалуй, я вот видимо, под драконов. Слушай, а вот последнее улучшение, оно, видимо, меняет все же внешний вид. Ой-ой-ой, последняя волна пошла. Ну, знаешь, очень такие. Толстые, да. Но я бы не сказал, что они прям какие-то такие офигенные. Ну, если бы они были толстые и быстрые. Да. Вот это была бы жесть. Сложнее. Continue. Но хотя, ты знаешь, я думаю, что в общем уже достаточно. Все ясно. Да, Keeper of the Grove 3 вполне достойно, почему бы нет. Вот можно даже еще апгрейдить то, что я люблю. Так, скиллы. У меня есть 10 самоцветиков, и на эти 10 самоцветиков я могу что-то улучшать. Понимаешь? Ну и круто. Так, Stone of... А, ну да, вот эти 4, они, соответственно, основаны на 4 разных башнях, а 5 это общая. 5 это общая. Про бабки, видимо. Видимо, про бабки. Она... Ну, почему бы нет? Собственно, Keeper of the Grove 3, если игра заинтересовала, все ссылочки в описании.